22 марта, 14 год, Харьков. Дорогие друзья, нас постоянно пытаются с кем-то поссорить. То нас пытались ссорить с братьями с Западной Украины. Сейчас звучат призывы, что якобы нас хотят взять в руки русские наши братья. Я считаю, что это неправда. Постоянно звучит лозунги о том, что облрад, которые защитники Харькова и те люди с Харькова, которые им помогали освободить, и всем сказали, что это освобождали. Это полная чушь. Тот парень, который повесил так на облраде, он всем подумал, что он защитник Харькова. Так, 13:23 по Киеву. В общем, все тихо, мирно. Завтра будем смотреть. Собираются митинги здесь, на площади Свободы, антимайдан условный. И будет митинг. Скучает, и слава богу.